В дикой природе таких зверей не встретишь. Лилигр – уникальное животное, гибрид лигра. В этом зоопарке сразу два чуда природы – амур и тангина. Их отец – африканский лев-граф, мать – лигрица Алена. Это животное, родившееся путем скрещивания льва и тигрицы. В мире насчитывается меньше двух десятков лигров. А вот чтобы гибриды приносили потомство, такого раньше еще не было. Говорят, что гибриды не рожают. А вот у нас первое явление получилось – лигрица родила вот трех котят. И они, когда были маленькие, они все были разноцветные. Один похож был на льва, другой на тигра, а третий был на леопарда похож. Вот три разных котенка. Ну, они уже выросли, уже когда шерсть обосновалась, они там уже все смешано получается. В зоопарке лигер потомством порадовали еще волчица и лисица. В Шелихове и в Иркутске родились 5 лисят и 2 волчонка. Всего здесь представлено более 50 видов фауны из стран Африки, Азии и Южной Америки. Белые тигры, черная пантера, леопард, бурый медведь весом 750 килограммов. Павлины, пятнистые олени, дикобразы, обезьяны и многие другие. Туяна Немаева, Александр Барановский. Новости сейчас.